Всем привет, с вами Глент, и вы на моем канале. Сегодня мы попытаемся с вами стать королем. И игра будет называться «Убийство». Да, как вы поняли, чтобы стать королем, сначала нужно... убить прошлого короля. Это просто обалденная игруха, в которой несколько концовок. И мы постараемся посмотреть сегодня абсолютно на все. В общем, предлагаю не медлить и сразу же нажимаем играть. Все, мы уже внутри игры. Играет такая подозрительная музыка, типа что-то сейчас произойдет. Есть нынешний король и есть я. Раньше был придворный, ходил, собирал яблоки, продавал эти яблоки. А потом в какой-то момент я втерся в доверие короля, и прямо сейчас я иду за ним. И все, что мне нужно сделать, это просто уничтожить его, чтобы стать на его место. О, он кашлянул. Повернулся на меня, но я еще пока ничего не делаю. Если я нажимаю на кнопку мыши, то я поднимаю свой кинжал. И мне самое главное дождаться момента и... Ой, меня спалили. Нет! Меня просто забросили в темницу. Я пока все правила объяснял, я уже продул. Короче, король может повернуться в абсолютно рандомный момент. Но прямо сейчас на повторе вы можете увидеть, что у него глаза справа налево перекатываются. И я могу это понять. Поэтому мы прямо сейчас поднимаем свой кинжальчик. Просто давай. Смотрим ему прямо в глаза и... О, успел, ребята, он чуть меня не спалил. Я прям увидел, как у него глаза начали двигаться, и отпустил кнопку. Так, еще чуть-чуть. Сюда, корона моя, я король. Смотрите, все, король остался, теперь я король. Но сзади подхожу теперь опять, снова я, и мне нужно повернуться, потому что меня хотели уничтожить. А теперь за мной бегает призрак короля. Чего? Так, за мной идут какие-то работяги. Ага, они уже подняли свою лапу. А ну-ка стоять! Вы что, пытались меня уничтожить? Всех в темницу! Я король! Теперь у нас остался один работяга, который не пытался на меня напасть, но прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы видели, что было? Справа упал кинжал, слева на меня просто замахивались. Я заставился со всех сторон. Так, а ты кто? На меня кто-то хочет напасть. А! Он меня обнял? Что? Я не успел повернуться. Чего? Это что было? Меня обняла какая-то бабка, и теперь мы с ней поженились. Я сложил свою корону короля, у нас есть какие-то дети, которые едят кубики. Она вяжет, а я держу ей клубок. Я не такую жизнь короля себе представлял. Бабка, ты что, обалдела? Ладно, спасибо, что хоть не убила. И здесь у нас есть tap to restart, то есть начать заново. Вы понимаете, что я даже до своего трона не дошел, чтобы посидеть, чтобы поправить. Так, ладно, хорошо, начинаем. Для начала нам нужно самим стать королем. Так, спокойно, спокойно. Сейчас повернет. О, ты моргаешь, посмотрите, как ты моргаешь. Следим. Ой, меня словили. Блин, я не могу стать королем, я не могу напасть на короля, понимаете? Он слишком проницательный, он сразу поворачивается. Вот он шмыгнул носом и повернулся. Также он что еще делает? Он моргает и поворачивается, и может глаза справа налево переводить. В общем, в принципе, все его анимации я уже понял. Сейчас самое время просто поднять свой кинжальчик, дождаться этого момента и сюда! Теперь я король. Ну и раз уж я стал королем, ребята, я хочу вас пригласить в свою свиту. Стать жителем королевства канала Глент. Только сегодня у меня самое выгодное условие. Если вы прямо сейчас, в этот день, подписываетесь на канал, вы становитесь принцем. То есть вы становитесь моим сыном и правите после меня. Если вы подпишетесь завтра, вы станете крестьянином. Ну, будете на меня работать. Ну, а если вы вообще не подпишетесь, ну, за 2 дня можно уже подписаться. Ребята, вас в темницу. Мое распоряжение я уже выдал. Поэтому, королевским приказом, всем, кто не подписан на канал, я приказываю подписаться. В общем так, если хочешь стать принцем или принцессой, обязательно подписывайся на канал прямо сейчас, вообще немедли. Те, кто уже подписан, не переживайте, вы тоже входите в мое наследство. Королевские приказы не обсуждаются. Кнопка подписаться снизу, не забудьте на нее нажать. Иначе королевство Глент объявит вам войну, а нас уже больше 15 миллионов, ребят, подумайте. Ну ладно, если без шуток, просто, пожалуйста, не забывайте это сделать. Нажимайте на кнопочку подписаться, здесь очень много прикольного контента. И кнопка подписаться бесплатная. А для нас это очень приятно, поэтому проверьте, пожалуйста, кнопочку подписаться. Оп, все, я король, мы оставляем чувака. Кстати, у него трусы в сердечке, если вы не видели. И теперь на меня опять началась охота. Ну слушайте, этого чубрика я быстро спалил, поэтому сейчас он поднимает свой бубен. Вот, я не понял. Он поднимает свой бубен, я на него смотрю, его уводит охрана, в темницу его. Я король, я... Ой, это что? Что это такое? Я отвернулся, у меня почему-то выросла борода. И новый чел какой-то приходит. Он хочет меня отравить зельем. Какое зелье, какой яд, ты что обалдел? А ну-ка быстро в темницу. Так, опять работяги, хорошо. Работяги. Вы видели? Сверху чуть на меня люстра не упала. Я просто специально дождался, чтобы я чуть прошел. И, кстати говоря,
По-моему, мы дошли до трона. Мы всех работяг раскидали. И чё ты поднимаешь свои грабли? Чё ты поднимаешь свои грабли? Так, справа сверху ничего нету. Ты чё, обалдел? Я на него всё-таки посмотрю. Он чё-то вот так вот ходит за мной. Чё он ходит за мной вообще? Что? Я умер? Почему ты радуешься? Почему я умер? Началось восстание работяг. Просто рабочие начали восстание. А почему я умер? Я просто так умер. Я даже до трона не успел дойти. Дайте сесть в этот трон. Ё-моё, как много здесь необычных концовок. Я так понимаю, я не смог всех уличить в своем убийстве. И из-за этого я не дошел до трона. Поэтому мы начинаем заново. И нам опять нужно стать королем. Так, ребята, здесь сейчас все будет просто. Я уже, в принципе, знаю все его анимации. Поэтому все будет легко. Он вроде не моргает, глаза не переводится, носом не шмыргает. Тихо, 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 тихо. Король только что вверх посмотрел. Я подумал, что он еще сейчас повернется. Немного испугался. Так, ну все, король, давай, пока. Хватит. Тихо, он покашлял. Я, честно говоря, не знал, что есть такая анимация, но я вовремя отпустил свой кинжальчик и... Да блин, он не дает на себя напасть, прикиньте. Да ё-моё, хватит поворачиваться. Он постоянно это делает. Так, еще чуть-чуть. Вы видите? Я не могу его уничтожить. Он постоянно меня палит. Такс, такс, такс. Сюда, сюда, схватил его своими лапами. Все, теперь я король, и теперь мне нужно всех уличить в своем убийстве, чтобы никто не пытался меня уничтожить. Это моя корона, я король, это мой трон. Так, ты, гоблин, а ну-ка потерялся быстро. Давай, замахнулся быстро на меня. Сюда. Он замахнулся, он замахнулся. Ну все. Я что, тупой? Я что, не вижу, что меня пытаются уничтожить? Так, наконец-то взяли его в плен. И у меня осталось не так много времени, чтобы всех уличить. Что? Что произошло? Что произошло? Меня затоптали, и все началось заново. Теперь мне снова нужно убить короля. Только я вообще не знаю его анимации. Офигеть, какая игра разнообразная. Ладно, поднимаем кинжал. Смотрим, чтобы он вообще... Тихо-т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 ихо. Шмыргнул носом. Я так и знал, что он сейчас повернется. Давай. Да хватит шмыргать своим носом, у тебя даже глаза закрыты, ты не можешь меня увидеть. Я хочу на свой трон. Почему какая-то сектор болельщиков меня затоптали и меня уничтожили? Ну я опять король. Теперь у него, кстати, синие трусы, белое сердечко, я понял. Это кто? Это какой-то новый чел. Погодите, он поднимает меч, повернемся и сразу его в темницу. Он хотел меня мечом проткнуть, ребята, что бы это было? Так, они меня чуть опять не затоптали. Вы видели? Они меня чуть опять не затоптали, я вовремя. Так, ты, бабка, а ну-ка пошла вон. Все, никакой любви, мы не будем с тобой женаты. Я хочу в свой трон. Пошла в темницу. Пш-пш-пш. Это что за Джокер? Что это такое? Так, ждем, ждем, ждем. На меня чуть кинжал не упал. Посмотрите на повторе, там просто в миллиметре пролетело. Опять чел, опять моя стража пришла. Почему моя стража хочет меня уничтожить? А ну-ка пошли вон все. Это что такое? Вы посмотрите, какая уже темница заполненная. Опять работяги, блин. Работяги это вообще самые опасные ребята. Так, так. О, опять кинжал упал. И сейчас осталось вот этого вот желтого челика словить, чтобы он попытался меня уничтожить, и мне нужно его словить, потому что по-другому я не смогу пройти эту игру, и я его словил. Со своей деревянной этой штукой, трезубцем. Пошли вон! Бесит меня, почему они бегают? Да сколько можно? Меня все пытаются уничтожить. Ты со своим ядом, иди отсюда, ё-моё, посмотрите на эту темницу, я ее уже всю завалил. О, опять ты? Так. Стоять, я его словил. Так, смотрите, время закончилось. То есть, по логике вещей, я сейчас должен сесть на свой трон. Нет, работяги, опять вы? Да вы что, обалдели? И они не замахиваются, смотрите. Они не замахиваются, я сейчас опять умру. Почему я умираю? А как мне сесть на трон? Я не понимаю, меня просто работяги доводят. Погодите, все очень сложно. Так, он начал поворачиваться, но мы успели его уничтожить. Просто секунда в секунду попали. Прямо вот можете опять же на повторе посмотреть. Но я не понимаю, что значит вот эта вот полоса. Я вообще тогда понятия не имею. Хорошо, вот, а если дать ему меня ударить, то... Нет, я все-таки испугался и прогнал его. Блин, я реально испугался. У него уже глаза стали красными, я испугался. Так, это что? Что? Я постарел? Это время моей жизни. То есть мне как-то за время этой жизни нужно дойти до трона. Я вот повернулся, и из-за этого у меня просто время моей жизни ушло. Я прям состарился. Офигеть. Ну хорошо, ну уничтожь меня, допустим. Давайте дадим ему меня уничтожить.
башкой. На меня, ой-ой-ой, на меня вообще все упало. Меня и мечом проткнули, на меня и люстра упала. И теперь мне опять нужно охотиться, но уже на другого короля. Блин, как мне дойти до трона? Я видел в скриншотах игры, что мне можно как-то сесть на свой трон. Так, все, ты пошел вон, теперь я снова король. Фух. Ну блин, мне нравится, что игра очень разнообразна. Вообще непонятно, что тебя ждет впереди. Здесь у него вообще белые трусы и желтая корона. Так, на него мы не смотрим, на него мы не смотрим. Просто проходим мимо, чтобы не постареть. Все, мы идем, у нас бороды нету. Так, бабка со своей любовью пошла вон. Так, потерялась, быстренько. Я не хочу с тобой жениться и вязать потом с тобой носки. Я хочу править. Тихо, 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 тихо. Люстра упала! Блин, опять работяги победили. Я только одного не понимаю, как мне завоевать побольше жизни. Вот, например, давайте дадим ему меня уничтожить, потому что он меня еще ни разу не убивал, мне его уже даже жалко. Давай, сейчас у тебя глаза покраснеют. Ну и... Он меня просто Моргенштерном вписал. Вы слышали его смех? Послушайте еще раз, что это за смех, я не понял. Теперь снова мы. Я не знаю его анимации, просто постараюсь с первого раза сейчас его по-быстренькому. Опа! Вообще он даже ни разу не повернулся. Я уже профессиональный убийца, ребят. Все, шагаем дальше. Кстати, трусы у него оранжевое и красное сердечко. Опять работяги, я их уже реально боюсь. Работяги это самые вообще стрёмные ребята. Так, они все поднимают. Сюда, я всех троих поймал. Я всех троих смог поймать. Всех работяг поймал. Мне никогда этого не получалось. Так, это кто? Это вот этот вот чел с зельями, но у него вроде нормальное зелье, нет? Нет или да? Стоп. Блин, у него вроде нормальное зелье были. Надо было разрешить ему попробовать. Так, сверху люстра, сверху люстра, сверху люстра. Ребят, аккуратней. Бабку мы словили, а чё? Так, вот эти вот штуки праздновые. На меня сейчас упадет, нет? Так, да... Клоуны, люстры, меня все пытаются уничтожить, но я не понимаю, как мне сделать так, чтобы у меня было побольше жизней. Так, да ё-моё, этот оркестр, он меня всегда пугает. У тебя какое зелье? Нет, вот у него зеленое зелье, у него точно зелье очень плохое. Надо ждать чувака с обычным зельем, с нормальным, без зеленого. Мне кажется, что именно он восстанавливает мои жизни. Так, 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 ребзя. Я не смог его спалить. Теперь смог. Подождите, ну я сейчас походу опять погибну, потому что все, у меня жизни нету. И опять идут работяги, все, значит я проиграл. Стоять! Фу, работяг получилось поймать. Хорошо, у меня уже просто огромная темница, ну... Так, пошли вон! Да ё-моё, меня опять поймали. Хотя подождите, так по сюжету. Погодите, мы походу идем дальше по сюжету, спокойно. Да, это мои трусы. Теперь иду опять, типа я, но уже не я, как вы понимаете, потому что я вон лежу в трусах белых. Сейчас самое главное как-то попытаться его уничтожить. Вот это он глаза широко открывает. Вообще беспалевный чел. Такс, такс, такс. Стоять, мое. Все, теперь я опять король, у меня полная жизнь. Но я так и не понял, когда я смогу дойти до трона. Я уже реально очень много прошел. Так, у тебя вот зеленый, это 100% зелье. Это очень плохо, стоять. Пошел вон, я король. Я буду разговаривать по-королевски. Так, на него мы не смотрим, это призрак, это опасно смотреть, мы очень быстро постареем, нам нужно прожить как можно дольше. И вот, давайте проверим, у него красная жидкость, ну мы должны, наверное, дать ему себя угостить. Да? Или нет? Да или нет? О, ты что наделал? Он у меня полностью украл. О, у меня вообще нет жизни. Так, пошел он отсюда. Я выпил красную жидкость, у меня теперь вообще нет жизни. Я не знаю, это... Да ё-моё, с этим оркестром, оно меня всегда пугает. Смотрите, теперь ситуация. Сзади меня люстра. То есть мне нужно не дать люстре на себя упасть. Ой-ой-ой-ой, я просто микросекунду выделил, чтобы люстра упала. И вот этого жмыха словили. Это капец. Так, здесь яд. Вот это мы точно не будем пить. Мы просто поворачиваемся сразу, прогоняем его, потому что у него яд. И посмотрите, темница уже реально забита. Я, у меня все пытаются уничтожить. Мне просто стрёмно. Так, там сзади нож. Мне сначала нужно повернуться, чтобы вот этого вот убрали. И нож убрали. Ребята, все хотят меня уничтожить. Мне плохо. Опять ты со своим зельем. Мы только что твоего кореша посадили в темницу. Быстро. Мне нравится, что у меня есть охрана, которая просто приходит, уводит людей и вообще с этим ничего не делает. Вы не хотите как-то исправить положение? Не хотите не подпускать ко мне, например, вот этих ребят, которые вообще полностью с оружием? И они идут за мной почему-то. А я знаю, почему они идут. Я сейчас... Все. У меня сейчас опять сердце схватит, и я погибну. Нет. А нет, я ушел, я смог уйти, у меня не схватило сердце. Ребят, ребята, а что происходит? А что случилось? Так, погодите, вот моя корона. Ё-моё, посмотрите, каким королем я стал. Я дошел до конца игры. Кстати, если ты играешь в Майнкрафт, приглашаю тебя на свой сервер glentland.ru. Можно играть как с компьютера, так и с телефона. Обязательно заходи, там очень уютно. Ссылочка в описании.